Да? Да. А где мой? Ты чё? Кс-кс-кс. Ты чё, на? Как они тебе тащились? Тяжело. Ребята, всем привет. Сегодня приехали на рыбалку. Опять спустились прямо в деревню. Вон, посреди деревни. Вон видно дома. Сегодня я не один. Сегодня я с Натальей вдвоем будем рыбачить. Она Наташа. Тоже. Какая разница? Большая. Наталья и Наташа, это что, разные имена? Ну, я не такая взрослая. А, ты не такая взрослая, ладно. С маленькой Наташечкой будем рыбачить сегодня на хапуге. Вон у нее три хапушки с собой. Кого ты сегодня будешь ловить? Рыбу. Наташа сегодня, надеюсь, поймает большого щукана. Сейчас хапушки опустим. Вот здесь, прям рядышком, здесь я уже рыбачил. Видели вы кто-то, наверное, на предыдущих видео. Что из этого получится, еще сами не знаем. Сейчас попробуем, закинем. Наташа сейчас все будет делать. Ну что, я буду все делать? Ты будешь делать. В общем, сейчас хапуги распутаю, закину, и Наташа будет таскать рыбу, надеюсь. Ну, все, смотрим дальше. Давай эту палку уберем, наверное. Подожди, не забрасывай. Во! Во-во-во. Так, проверяем, что наша хапушка раскладывается. И опускаем ее. Ёлки-палки, этих два поплавка здесь. Закинули три хапуги. Настроили поплавки. Сидим, ждем. Комары у нас уже кусаются. Еще ветерок спасает. Под вечер, если ветерок стихнет, комаров будет побольше. Ну, комаринка у нас есть с собой. В общем, сидим, ждем. На эту хапугу вроде дергала. Пробую вытаскивать. О, и у меня дергало. Или они зацепились друг за друга, понять не могу. Нет, я что-то тащу. Ух ты, елки-палки, сразу две щуки. Так, давай, закидывай свое. Давай, я не смогу туда закинуть. Сможешь. Ну, недалеко. Вот сюда кидай. Во. Давай, я жду. Я сама хочу. Забрасывай. Так ты ее возьми за. Во. Вот, вот эти? Ну. Думаешь? Только натяжку потом давай, чтобы она сразу не раскрылась. Во. Во, все, все, и потихонечку отпускай. Все, отлично. Так, помогаем еще кану доставать. Я могу вот это. Блин, удачно у нас сегодня прям сразу две. Сейчас вот эту вот вытащим, пока она не начала брыкаться. Смотри, вот забыл. Такие щучки. Грамм, наверное, по 500. Каждая. Так, вот это как-то сюда надо залезть. Повезло. Что, не порвало, порвало? Да они уже рваные, все хапуги. Там клевало что-то. Ну не знаю, попробуй, тащи, 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 тащи. Ну-ка, что там у тебя? Никого. А? Никого. А, как никого? Вон рыба вверху. А, точно. Чебака себе поймал. Да. Я думал, где рыба-то, ё-моё, вроде клевала. Вот так. Да у него орёт. Ну мы же деревня, чё, меломаны ходят. Такого чебачка Наташа поймала. Я хочу много чебачков. Хочешь много чебачков? Посолить? Берись вот сюда ближе. Сейчас, подожди. Куда кидать? Вот сюда? Да. Я течением сюда прибила, наверное. Ну ладно, пусть стоит. Туда надо было? Поглубже, наверное, надо было. На своего чебака. Складывай ко всем.
Ну, так нечестно. Что нечестно? Ты вон две щуки поймал, а я какую-то малявку. Подожди, ты поймаешь. Хочу много чебаков. Клюет? Не видел. Чего оно так дрыгает? Да течением, наверное. Давай, 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 тащи. Опять чебак. Карасик. Это уже не чебак, это карасик. Тихо, тихо. Все, держи. Держу. Так, как он тут запутался. Здесь уже такие дырки. Ну. Неспокойно проскакивает. Тоже пойдет кошки, да? Угу. Давай его туда положу. Сама положу. Давай я закину. Тут пока вытаскиваешь, у тебя как-то поплывки внутри оказываются. Распутай, пожалуйста. Привет. Не видел. Кто там? Давай, давай, тащи, тащи. По-любому щукенцы. Думаешь? Не знаю, сейчас проверим. Ох ты, щука. Хороший. Здорово. Как ты? Вот эту как запутала? Давай распутаем сначала здесь сверху. Блин. Нет, нет, нет. Ну ладно, уже так. Тихой. Только ладно. Так, ё-мо, самый здоровый сегодня. Щука. Ура! Ты переживала, что ты щуку не поймала. Ну так я сейчас только что хлопуху перекину. Ну это говорю туда, наверное. Ну ты хороший уже. Удержишь? О. Я ищу. Чуть-чуть боком поверни. Другим. О. Молодец. Складывай. Довольно? Да. Все, можно домой. Давай, забрасывай. Забрасывай. Да надо тебе распутывать. Ничего не надо распутывать, здесь ничего не запуталось. Долбанул прям хорошо, Наташа. Ух ты! Блин, мы хапуги на что ли зацепились? Или у меня тоже клюнуло? Нет, у меня клюнуло. Йо, пернатят. У меня чебак. Не вижу. А, вижу чебака. Так, ну давай ты свою вытаскивай рыбу, потом я свою. Наташа, чебачок. Попался. Он должен через ячейку легко пролезть. За голову убери его. Да я его держу. Нет, смотри, порвешь. Да, вот она, вижу. Все, он сдохнет, пока я его достану. Да сам не сдохнет он. Держи за голову. Ну, как я одной рукой. Вот, все. Ну, видишь. Подожди. Все. Забрасывай. Откуда ее держать? Он меня долбанул, ты как раз потащил. Я думал, что это... Думал, хапуга за хапугу, наверное, зацепился или что? Ну елки-палки. Знаешь, она долго провисела, успела. А. Так не надо делать. Сейчас вот как раз ее нету, когда она нужна. Все, освободили еле как. Ура! Ура, товарищ! Давай сюда. Да? Да? Где мой? Ты чё? Рыба прыгала на меня. Прямо на тебя? Чё случилось? Напугала. Чё-то здесь долбануло. Давай, чё-то... Ух ты, щукенцы, опять здоровая. Давай. Опускай, опускай. Потихоньку. Помаленьку. Вон тут. Ага, вижу. Блин, надо за голову успеть взять, пока не навертело. Ёпер, ты. А. Ты поцарапал, Никитус. Нифига, какая бойкая собака вся. Щука.
Опять в рот попало, да? Нет? Попало. Это, наверное, еще крупнее той. Вообще. Это уже по 2 килограмма, наверное. Килограмм полтора точно есть. Давай. Ты, главное, хапугу не урони. А если биться начнем? Фу, я украю. Подожди. Это кровь? Не знаю. Да? Что? Это кровь? Ну, наверное, щучья кровь. Ту клюет. Давай, 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 тащи, тащи, тащи. Что ты долго тянешь, там уже вытащит. Ух ты! Тихо-тихо, аккуратно. Так, одного опустила. Ну я что сделала? Давай, сюда. Два карася было. Ну, тихо. О, это здорово, карасик. Да и тут тоже ничего было, да? Тут еще, по-моему, крупнее был. Давай, я положу, ты закидывай пока. Что, я закину или сама? Да, сама, да. Могу. Давай, 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 кто-то клевал здесь. Ой, ё-моё. Ух ты, вот это щукинцы. Держи. Все, потихонечку раскрывай. Такая рыбалка мне нравится. Такая рыбалка. И мне нравится, когда ловится. Видишь, что творит? О! С икрой такая, видишь, пузатая. Видишь? Нет, не вижу. Мне кажется, не все одинаковые. Ну как ты? Видишь, что пузо полное? Мне кажется, с икрой 100%. Красненько вот тут, да. Красненько, красненько. Давай, закину. Да, клюет, клюет, клюет. Нет никто. Как так? Бывает и такое. И клевало, и все. Я тоже думал, что что-нибудь поймаю. Прям видел, как клевало? Ну. Ну покажи, что ты поймала. Это какое? Самых больших сегодня я поймала. Ну покажи мне. Вот это точно моя. Полудохлая. А как ее держать? Ты бы двумя руками бы не брал. Ну как хочешь, теперь. Показывай как. А, вот так вот надо? Да, вот. Во! Вот это моя щука. Ну да, это, слушай, подушечку. Хорошенькая. Еще одна моя. Сейчас сам большую выберу. Ну вот она вот лежит, это тоже твоя. Ты самых крупных поймала. Ты жила? Ладно. Складывай, пока не упустили. Уже отличный у нас результат. Привет. Давай, что там? Ну как так-то? Давай заброшу. Хапуги за шею. Как так? Почему тут хапуги за шею? Да чё? Куда она делась? Не знаю. Куда она делась? Ну куда-то она делась. Пошел дождик, ё-моё. Начинаем собираться. Вон сазан дохлый плавает, видишь? Точно, я вижу. Это
сазан или карась? Сазан здоровый. Это... Вон, смотри, тоже, да, рыба? Да. Ну, это зам... Ну, дохлая рыба плавает везде. Фу. Потому что зимой замор был, и она сейчас по течению все ее несет рыбу. Это. Ну, этот сазан здесь уже неделю, я его наблюдаю. Я его трогать не хочу, я думаю, он плохо пахнет. Ну, да. Нормально у нас дождиком накрыл. Так, ребята, завершили рыбалку, ты довольна? Да. Вот это вот Наташа двух самых крупненьких поймала. Также она еще поймала карасей. Только одного. Вон карась и вон карась. Еще один карась у тебя ушел. В общем, вот столько вот нам удалось поймать рыбки. Кс-кс-кс-кс. А, ты дала уже? Нет, она там доедает. Кс-кс-кс-кс. Иди Курочка, сюда. Иди-ка. Замурчала сразу. Но. Зачем ты еще чем руками? Ничего, помоется. Кс-кс-кс. Ты что, да? Отвлекаете, да? У тебя рыба еще живая. В общем, неплохая вечерка у нас получилась. Сейчас уже дождик нас спугнул, так бы еще маленько посидели. Но щуки отличные, вот эти вот щуки, вот самые крупные, это, ну, вот это по 1,5 килограмма точно есть. Если кто-то такие же хапуги приобрести хочет, то ссылка снизу в описании. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!